Доброй ночи, мои любимые. Вырубили свет. Смотрите, нигде нет света. Только луна светит. Такая матрица. Реально вырубили свет. Вот, видите, как красиво. А я сижу в такой темноте. Меня, наверное, вообще не видно. Да. И слушаю Епифанцева. И он говорит истинные вещи. Так прикольно. А там далеко где-то есть свет. А здесь нету. И от луны отсвечивает там. Вон, видите, карниз на доме. Красиво. Всем волшебной ночи. Захотелось показать вам. А там где-то далеко тоже есть свет. Ну, то в городе. А у нас тут деревня, вырубают свет. Как в Ливане. Я помню, в Ливане всегда выключали свет на 6 часов. Представляете, 6 часов нет света. И жара, например, 50 с чем-то градусов. И люди многие не могут без кондиционеров, без воды. У них вода от электричества, без чего-то. И там в Ливане все покупали, ну, большинство, у кого там есть возможность, покупали такие вот моторы на мазуте. И вот когда выключали свет, как сейчас, среди ночи, в 12 ночи, например, кто-то на искусственном дыхании, кто-то еще на чем-то, необходимо электричество. И врубали среди ночи эти моторы, которые гремели, как металлургический комбинат, представляете? Вот так, в такую тишину начинали работать громко-громко эти моторы на мазуте, и страна превращалась в ад. И даже иногда не замечали, что начинался обстрел. Так громко эти моторы дрончали. Город шумит. Там кто-то вышел покурить. Ага, фонарик включили. Такая красота, мои любимые. Я бы вам много-много рассказала бы. Но ложитесь спать. Люблю вас. Как красиво. Сфотаю. Данка идет. Несет свет в мир, в народ. Милая, я тебя поведу на край вселенной. Я тебе подарю эту звезду. Светом нетленным будет она освещать тебе путь.